Приветствую снова всех на своем канале. Данное видео я запишу на тему, каким образом можно пользоваться сервисом Instagram без использования смартфона с компьютера. То есть, многие люди там сидят на работе, в офисах с рабочих компьютеров. И в частности, не просто пользоваться, потому что пользоваться понятно. Можно зайти на сам сайт Instagram, ввести логин, пароль, вы попадете в свой профиль. Но каким образом постить там свои фотографии, которые вы хотите? А поскольку, как многие знают, а кто не знает, тому я сейчас рассказываю, что если мы просто заходим через веб-интерфейс, то есть через компьютер в Instagram, то возможности постить фотографии у нас по умолчанию нету. Так уж создали разработчики этой платформы. Вот. И поэтому мы можем просто просматривать чужие профили, смотреть, кто что запостил. Но сами мы не можем запостить наши фотографии. То есть поделиться с кем-то своими фоточками и так далее. Что же делать? А все очень просто. Не нужно никаких сторонних приложений, ничего устанавливать, ничего не надо. Нужно знать одну маленькую хитрость. Показываю. Правой кнопкой мышки мы кликаем в любом месте, помимо фотографии, естественно, на своей страничке. Нажимаем. Дальше мы попадаем. Нам нужно попасть в меню и нажать пункт под названием «Посмотреть код элемента». В Яндекс вот браузере написано «Inspect Element Code». Вот получается, значит, что сам Инстаграм у нас уходит немножко влево. В правой части у нас мы видим код. Чуть выше мы видим как бы два таких разных смартфона нарисовано. Один побольше, другой поменьше. Вот. Собственно говоря, они сейчас нажаты. Если у кого не нажаты, нужно вот так вот нажать, и мы получим вот эту картинку, которая есть слева. Будет вид, как будто вы почти уже со смартфона заходите. Но, тем не менее, никакой функции по добавлению фотографий нет еще. Делаем простую вещь. Нам нужно полностью обновить страницу, убрав кеширование. То есть мы нажимаем сочетание клавиш Ctrl F5. Перезагружаем страницу. Вот смотрите, что у нас получилось. Внизу у нас появилась иконка добавления фотографии, которой мы можем легко воспользоваться. Нажимаем на эту иконку, выбираем фотографию, которую хотим вставить. Значит, вот она загружается. Так, да. Далее. Поделиться. Собственно, и все. Можно проверить. Сейчас зайдем к себе в профиль. Вот появилась фотография нашего замечательного кота. Спасибо за просмотр. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. До новых встреч!